Доверь свою экипировку профессионалам. Спортпринт-М. Здравствуйте, дорогие друзья! Компания «В спорте.ру» совместно с Северной лигой ЛФЛ приветствует вас на заключительной прямой трансляции сезона 17-18, и мы предлагаем вашему вниманию финал Кубка Первой лиги. Вот так вот с почти полуторачасовой задержкой сегодня начинается главное сражение в турнире для команд первого и второго дивизионов. Много было событий сегодня, начиная с самого утра, множество ничьих в стыковых матчах. Дополнительное время в финале главного кубка Северного округа. И вот сейчас в главном сражении за звание лучшей команды 1-2 лиги сразятся «Буран» и «Практик». Две команды, которые по своему существу пробились в финал турнира не столько благодаря, сколько вопреки. «Буран», только вдумайтесь в эту цифру, проводит сейчас свою пятую игру за минувший уикенд. Начался он для них в пятницу вечером четвертьфинальным поединком Кубка как раз-таки первой лиги. Продолжился в субботу матчем второго тура переходного турнира. А уже сегодня, с самого утра, здесь «Буран» буквально поселился на Флотской. Сначала рано-рано утром оформил повышение в классе, путевку в высший дивизион, обыграв «Стеллу» в важнейшем поединке третьего тура розыгрыша. И затем, вот несколько часов назад, оказался сильнее футбольного клуба «Эдита». У «Практика» были выходные несколько поспокойнее, что ли, но они только что буквально в драматичном поединке матча против «Осирии» спаслись на последних секундах добавленного времени, а затем в серии после матчевых пенальти оказались точнее. Здесь много разговоров касательно того, как же лучше играть в финале четырех, сразу же после окончания собственного матча выходить на финальную встречу или же отдыхать час. Нет одинакового мнения на сей счет. Выскажу свое предположение, заодно и представлюсь сам. Меня зовут Никита Лаврентьев, и эту встречу для вас сегодня прокомментирую я. Я бы предпочел сыграть два матча подряд, чем как «Буран» после часового отдыха, особенно учитывая, что это третья для них игра только за сегодня и пятая за уикенд. Что ж, такое длительное вступление у меня получилось. Главный арбитр встречи Юрий Апанасенко уже полторы минуты как дал свисток, возвещающий о старте этого поединка. Давайте знакомиться со стартовыми составами, но после того, как поздравим «Буран» с первым голом в сегодняшнем поединке, его автором становится Александр Петрученко. На второй минуте он забивает этот гол и выводит «Буран» вперед. Ну и коль уж номинальные гости сегодняшнего противостояния первыми забили сегодня, давайте с их состава и начнем мы знакомиться со стартовыми восьмерками. В воротах у бело-голубых Алексей Герасимов, у него номер 30-й. В центре обороны Вадим Болдырев, 77-й. Слева Артем Соболев, 22-й. Справа Артур Бегларян, 4-й. Виталий Хомяков, 2-й. В центре полузащиты Даниил Шкарин, справа 10-й. Слева Берег Тутберидзе, 88-й. И Александр Петрученко, номер 9-й. Автор первого гола в сегодняшнем противостоянии на острие атаки у «Бурана». Нарушение правил. И желтую карточку получает Егор Сальников уже на третьей минуте встречи. Быстрое начало для одних, неудачное быстрое начало для других. Уже на горчичнике повис правый дефенсор «Акула». И это также повод, по большому счету, приступить к оглашению их состава. В воротах под 25-м номером Илья Скрипкин. В обороне слева направо Руслан Прохоров, 20-й. Никита Лесев, 13-й. Справа Егор Сальников, 15-й. Он уже получил сегодня желтую карточку. Егор Морозов, 17-й. Слева в полузащите. Справа в полузащите Сергей Нечушкин, номер 5-й. В центре поля Максим Коваленко, номер 8-й. На острие атаки Вячеслав Раку, номер 12-й.
Обширные заявки на сегодняшние матчи у обеих команд. Буран на финал четырех подъехал численностью в 13 футболистов. Здесь отдельная история о том, как проходили полуфинальные матчи. О них мы поговорим чуть попозже. Практик привез и вовсе, по сути, два полноценных состава. Уверен, многие футболисты получат игровое время по ходу этого финала, потому как свежесть, именно она на первый план должна выйти в этом финальном противостоянии. Думаю, что обладателем Кубка Первой Лиги станет та команда, которая сумеет больше сэкономить сил к этому противостоянию. Ну и очень важно, конечно же, как же дебют сложится, если сумеет Буран забить еще гол, а если два, так это вообще великолепно. Можно уже будет спокойно обороняться до конца встречи, тем более, что по ходу стыкового турнира между командами Высшей и Первой Лиги Буран продемонстрировал, что умеет играть прагматично, хотя по ходу сезона подобном сценарии рассуждать даже и не приходилось. В большинстве случаев команда Александра Навезенцева считалась завидным фаворитом и действовала практически всегда от себя. Шкарин пробивает из-за пределов штрафной, не получается у него выстрел. С Данилом Шкариным тоже получилась достаточно забавная ситуация в том плане, что вчера в матче второго тура переходного турнира Шкарин получил красную карточку в поединке с Гепардс и по регламенту обязан был пропускать игры из-за дисквалификации. Утром он свою игру пропустил и в стыковой важнейшей победе над Стеллой участия не принимал. И на поединок против Эдиты также не вышел, потому как была прямая красная карточка. И, понятное дело, никто не хотел нарываться на техническое поражение. Но, как оказалось позднее, и благодарим мы за это руководство лиги, до решения КДК игрок пропускает лишь одну игру, и, следовательно, Шкарин имел право помочь своей команде принять участие в полуфинальном матче. Тем более, что эта игра складывалась для команды очень непросто. Все дело в том, что отсутствовало сразу несколько ключевых футболистов. Это Берег Тутберидзе, Артем Соболев и голкипер команды Алексей Герасимов. В воротах стоял номинально полевой игрок Сергей Загария. Отстоял он просто великолепно. Да, пропустил дважды, и это были голы, которые, наверное, номинальный вратарь потащил бы, но затем во втором тайме, в самом его дебюте, он вытащил реально три мертвых мяча и спас свою команду от более крупного счета. Ну а на 40-й минуте на стадион подъехали и Берег Тутберидзе, и Артем Соболев, и Алексей Герасимов. Берег Тутберидзе стал автором эквалайзера, сделал счет 2-2, ну а за несколько минут до финального свистка могучий выстрел Александра Петрученко вывел бело-голубых в финал розыгрыша Кубка Первой Лиги. У практика немножко иной сценарий противостояния был. В пятницу акулы оказались сильнее футбольного клуба «Смены», которая также пробилась в вышку по итогам сезона. Здесь хороший момент у ворот Алексея Герасимова возникает, но удар не получается. Не было, наверное, нужды так поспешно пробивать Максиму Коваленко. Но немножко поспешил восьмой номер и не сумел направить мяч в створ. Ну так вот, в пятницу практика оказался сильнее смены и выбил серебряного призера первой лиги из розыгрыша кубка и пробился в полуфинал. А в полуфинале практика ждала Ассирия, которая вновь приехала на игру без вратаря, как это часто бывало с ассирийцами в нынешнем сезоне. Но матч получился великолепным, по-настоящему захватывающим, с развязкой на последних секундах встречи. Причем при счете 4-4 началось добавленное время. Вадим Бойко забил потрясающий по красоте свои голы. И казалось бы, все, Ассирия в финале. Но главный арбитр встречи Юрий Апанасенко позволил, естественно,
провести практику. Еще одну атаку последовал навал в штрафную Константина Лобкова. Скидка, удар Сергея Нечушкина. Мощнейший выстрел экс-форварда Невы. И счет сравнялся 5-5. Ну а в серии послематчевых пенальти отсутствие вратаря у Осирии сказалось еще более существенно, чем по ходу встречи. Еще и замену на последнем рубеже провели осирийцы. И вместо Лобкова, если я ничего не путаю, Арсен Мелкумян встал в ворота. В итоге один выстрел он сумел отразить. Но его партнеры, в том числе и он сам, промазали дважды. И в итоге практик в финале. Практик сражается за трофей Кубка Первой Лиги. И таким образом имеет возможность завоевать хоть какую-то награду уже в свой первый год существования на Севере. Напомню, что практик — это новичок-дебютант Первой Лиги. Заявились они по ходу сезона вместо снявшегося с розыгрыша коллектива. Выдали великолепнейшую серию из энного количества матчей без поражений. В итоге сумели из самого низа, из самого подвала турнирной таблицы подняться вверх и закончить сезон на хорошем 12-м месте, при том, что последние несколько туров практик, откровенно говоря, провалил и в итоге был вынужден довольствоваться лишь местом в середине таблица. Ну, а что еще очень интересно, на самом деле, практик заявился на Север здесь в середине сезона. И с Бураном матч, он, по сути, начинал северную карьеру команды, северную историю, если хотите. Практик тогда произвел великолепное первое впечатление. Буран буквально не знал, что делать со своим оппонентом, но в конечном счете совершил фантастический камбэк и в итоге практик был вынужден довольствоваться лишь минимальным поражением со счетом 4-5. Буран в атаке, прорыв по правому флангу. Здесь здорово ускорился Виталий Хомяков, но не пустили его к воротам защитники Акулы. И таким образом нужно возвращаться назад бело-голубым, ведь практик начинает свою атаку. Была у Акулы еще одна неудача на самом в начале северного пути. Кристалл буквально на камушке разложил Акулу. Но затем дела пошли на лад. Практик обыгрывал многих, в том числе и оформившего чемпионство Аэрофлот. Таким образом показал свой потенциал и продемонстрировал свои намерения на следующий сезон, в котором, по словам одного из руководителей команды, практик будет бороться за самые-самые верхние места. По большому счету, сегодняшний финал, в котором сражаются Буран и практик, это очень интересная закольцованная история. Ведь Буран-то в прошлом году также по ходу первенства заявился в первый дивизион вместо канувшего в лету Александрита. Тогда, правда, из-за регламентных тонкостей было необходимо команде сменить название, и полсезона в первом дивизионе у нас играл футбольный клуб «Космос». Да, улавливайте связь между «Бураном» и «Космосом». Все это было сделано неспроста. Тогда «Буран» тоже произвел приятное впечатление, и казалось, что по окончанию предыдущего сезона, в следующем-то году, они точно будут бороться за верхние места. В итоге команда Александра Навезенцева завершила сезон с бронзовыми медалями и по итогам стыкового турнира заняла в нем первое место и в следующем году будет представлять элиту Северной Лиги высший дивизион. Поэтому и хочется сказать, что у практика есть все для того, чтобы
в следующем году бороться за самые верхние позиции. Да, будут несколько более серьезным уровень чемпионата, если хотите, потому как из второй лиги поднимаются сразу три коллектива, которые ни много ни мало будут претендовать на выход в высший дивизион напрямую. Это, безусловно, Аксиома группа, это, безусловно, Родина и, конечно же, это футбольный клуб «Нефтяник». Также здесь еще одна желтая карточка. Получает ее уже на этот раз футболист Бурана, пошедший в грубоватый подкат, но срывали атаку. Это было видно, это было ясно. Там здорово, конечно, Сергей Нечушкин на своем платочке навозил сразу нескольких оппонентов. Но вот это вот настоящий элемент фэрплея. Футболисты практика оказывают первую помощь игроку соперников. И Артур Бегларян, который на самом деле жестко встретил Нечушкина и получил за эту желтую карточку, вот получает помощь от соперника, у которого оказалась под рукой заморозка. Вот это то, за что я лично очень-очень сильно люблю футбол. С этого штрафного практик сравнивает счет. Первым на добивании оказывается Максим Коваленко. Именно он и добавляет мяч в сетку. Счет становится 1-1 на экваторе первого тайма. Коваленко, к слову, забил один из голов в предыдущем матче, если мне не изменяет память, первый гол. Именно он открыл счет в противостоянии с Ассирией. Неужели нас ждет такой же увлекательный поединок в финале, как и то, что мы, те, кто здесь находились на Флотской, наблюдали последний час? Или же все-таки ставки куда выше и от зрелищности, наверное, останется меньше, а вот борьбы станет в разы больше. На самом деле, вот такой вот мой прогноз, что да, возможно, мы увидим большое количество забитых мячей, возможно, мы увидим и такую же развязку на последних секундах встречи, но думаю я, что каких-то красивых комбинаций или же там ажурных плетений вблизи штрафной будет меньше. На первый план выйдет именно борьба, или же, если хотите, морально-волевые качества той и другой команды. В атаке практик. Чужой штрафной. Пытаются бело-черные укротить снаряд. Получается с переменным успехом. Угловой зарабатывают акулы. Будут подавать от левого фланга. У них есть мастера розыгрышей стандартов. Егор Морозов, становившийся одним месяцем в первом дивизионе лучшим игроком команды, как раз когда вот эта вот великолепная беспроигрышная серия была у практика. Вот он любит и умеет забивать прямыми выстрелами со штрафных. И в полуфинале Ассирия от него пострадала. Вот примерно от нашей комментаторской позиции закрутил он мяч в дальнюю девятку ворот соперника. Фантастически по красоте гол. Возможно, и сегодня что-то подобное мы увидим. Пока практик успокаивает мяч. Замена несколько минут назад на самом деле произошла. Даже уже побольше времени, да, Егор Сальников, игравший справа в обороне, отправился отдыхать. Вместо него под шестым номером Денис Артемов вышел. В остальном вроде бы пока без каких-то изменений играют команды. Пока силы позволяют. Подходит к концу первая 20-минутка встречи. У нас на табло 1-1. Ну и игра, наверное, резюмируя события прошедших минут, тоже где-то равное. Буран моментально включился в игру и сумел забить сразу же, а практик ответил своим голом.
Тут Беридзе зарабатывает угловой. За что? Что удивительно, получает порцию критики от партнера. Петрученко ждал передачу от Петрученко. Прошу прощения, от Беридзе, да, конечно же. А у нас тем временем замены произошли. Егор Сальников как раз таки отправился отдыхать. Вместо него Иван Пашков появился на поле. Ну а этот эпизод завершается ударом от ворот. Практик быстро разыгрывает мяч и в свою скоростную атаку уходит. Падение и нет. Показывает арбитр, что нужно продолжать. Не фиксируя нарушения правил. Вообще Юрий Апанасенко — это арбитр высочайшего класса, обслуживающий матчи, не побоюсь этого слова, топ-уровня. Поэтому, конечно же, сомневаться в его трактовках, наверное, не стоит. Возможно, для команд ЛФЛ у него слишком высокая планка, особенно если мы говорим о коллективах первой лиги, да, в высшем дивизионе. Все-таки несколько иной уровень допустимой борьбы, и Буран в следующем году это познает на своей шкуре. Понятное дело, что когда вот встречаешься с таким вот судейством, тебе порой кажется неправильными его действиями, но вот в профессионализме Юрия Апанасенко мне никогда не доводилось сомневаться. У него и самого хорошая такая игровая карьера была. Ну и работает он на севере уже достаточно давно, чтобы его манеру судейства изучить. Угловой зарабатывает Буран. Разыгрывают его бело-голубые, не подают. Вот только теперь идет подача! Момент не удается пробить по воротам Ильи Скрипкина. Берег тут Беридзе до мяча дотянулся, но акцентированно переправить снаряд не получилось. Вертикально атакует практик, стараясь максимально быстро доставить мяч до своих форвардов. Вот как раз таки это то, о чем я совсем недавно говорил. Возможно, в первой лиге большинство таких единоборств будет расцениваться как нарушение. Но не сегодня. Не сегодня, не в этом противостоянии. Пошла игра без центра поля. Увеличилось количество ошибок и неточностей. Это вот все то, о чем мы говорили, что команды не свежи. Они проводят не первые матчи сегодня и не первые за уикенд. И придется им, конечно же, сегодня больше на морально-волевых, что ли, играть, нежели истинное свое мастерство демонстрировать. Очередной фол Бегларяна. У него уже есть желтая карточка. Вторую в подобной ситуации, безусловно, арбитр не покажет. А вот если продолжит так срывать атаки соперника, вблизи своей штрафной защитник Бурана, вполне могут бело-голубые на 10 минут в меньшинстве и остаться. Ну вот как раз штрафной, то, о чем мы вам говорили, великолепное оружие практика, точка удобнейшая. Отсюда надо, конечно, забивать Морозову. Удар! И никто не добавляет мяч в ворота. Здесь голкипер сыграл на высоте. Теперь контрвыпад Бурана и фол
сорвал атаку Никита Лесев. И понятное дело, что сейчас Юрий Апанасенко желтую карточку не покажет, потому что в похожей ситуации несколько, буквально даже секунд назад не стал предъявлять горчичник Бегларян. Буран теряет мяч на своей половине поля. Означает ли это тот факт, что силы заканчиваются у бело-голубых быстрее, чем у соперника? Не знаю, посмотрим, будет ли это тенденцией или же просто несчастным случаем. Вот у форвардов бело-голубых сил хоть отбавляй. Александр Петрученко сейчас пошел прессинговать Скрипкина и вынудил того играть первым касанием на отбой. Мяч ушел за боковую, за пределы футбольного поля. Петрученко, удар! Ох, как опасно сейчас было. Прорвался к воротам соперника и наносил удар в дальний угол. Попади мяч в девятку, да даже просто в створ, был бы гол красавец, но практик отскочил в этом эпизоде. Петрученко, конечно, форвард отличного, особенно для первого дивизиона уровня. Знаете, вот ходят истории, что, мол, когда Петрученко был молодым или даже юным, занимаясь в спортшколе в 14 лет, он уже был вот такой вот мощной комплекцией. И физическая сила, его антропометрические данные, это, безусловно, именно то, за счет чего Петрученко и играл в большинстве случаев. Поэтому неудивительно, что сейчас у него сил хватает, он рвется вперед, он летит в атаку, он забивает, и он готов делать это еще и еще, если на кону стоит трофей Кубка Первой Лиги. Здорово! В отборе действует Виталий Хомяков, и его отбор встречается аплодисментами из-за бровки. Не успела, правда, посмотреть, кто именно аплодировал, свои или же запасные практика, которые могут, в принципе, радоваться, что мяч остался у их команды. Не суть дела, на самом деле, уж простите мне такую тавтологию. Матч проходит в очень такой спокойной манере, знаете, что ли. И пока у нас нет поводов забывать о футболе и рассуждать на какие-то другие, например, дисциплинарные темы. Вот Буран, например, заработал два удаления по ходу стыкового турнира между высшей и первой лигой. Буран вообще любит поговорить, да, такая говорливая команда. И если игра будет складываться по неудобному для них сценарию, уверен, вы прекрасно, дорогие друзья, все сами услышите. В атаке бело-голубые. Тут Беридзе смещается в центр. Бить ему не дают. Все зоны перекрывают. Направо очень, очень нерасчетливая передача от Алексея Молочникова. И в подкате. В подкате практик отбивается. И в итоге мяч уходит за боковую аж на половине поля Бурана. Ничушкин. Нерасчетливая передача. И пошел там Никиту Лесев прессинговать появившийся со скамейки запасных Сергей Загаря. Футболист, который, получается, может выручить свою команду в любой ситуации. И в нападении сыграть, и место в воротах занять. Что интересно, руководитель Бурана перед началом финала мне даже рассказал один интересный статистический факт, что в Кубке Первой Лиги Сергей Загаря отыграл матчей в воротах больше, чем основной голкипер команды Алексей Герасимов. И вот такое тоже бывает в любительском футболе.
Заключительная минута первого тайма. Начали свой отсчет. 1-1 на ничья. После первого тайма. Вообще сегодня действительно день ничьих. Очень много серий пенальти. С самого утра. Не удивлюсь, если и эта встреча завершится серией 10-метровых ударов. По крайней мере, это будет увлекательным итогом Кубка Первой Лиги. Я лично от такого сценария не откажусь. Ну а пока практик в атаке. Нечушкин передачу налево отдает. Там Руслан Прохоров набирал скорость, но не сумел догнать снаряд у боковой. Ну а Буран теперь вот как в американском футболе ярд за ярдом отвоевывает пространство. Переходит в нападение. Ну, у Сергея Загарии на самом деле несколько иная задача сейчас, нежели у Форварда в типичном понимании этого слова. Понятное дело, что если представится возможность, он не откажется от забитого гола. Но в первую очередь Загария сейчас должен помогать отрабатывать в обороне, насыщать плотность, создавать. Ну и, конечно же, дать передохнуть Александру Петрученко при всей его двужильности. Отыграть за сутки ни много ни мало 180 минут игрового времени. Это много даже для него. Ну что ж, первый тайм, дорогие друзья, у нас подошел к концу. Давайте отдохнем минутку-другую и затем вернемся на стадион на Флотской улице. Профессиональная печать на спортивную экипировку «Спортпринт-М». Завершился перерыв в матче финала Кубка Первой Лиги, в котором отношения выясняют практик и Буран. После стартовых 30 минут игры у нас на табло ничья 1-1 на гол Александра Петрученко. В самом дебюте своим забитым мячом ответил Максим Коваленко. Таким образом, у команд есть еще 30 минут для того, чтобы выявить сильнейшего в этом противостоянии и забрать себе трофеи в коллекцию. Ни тем, ни другим в этом сезоне не удалось завоевать чемпионский титул. Кубок Северной Лиги, понятное дело, выиграть невозможно по определению для команд неэлитного дивизиона. Так что вот, вот она, возможность пополнить свой зал трофеем. Сейчас к нему на одинаковом расстоянии и Буран, и практик. Карин принимает мяч у боковой линии, но упускает снаряд за пределы поля. Немного послушал я в перерыве, о чем разговаривают у скамеек запасных футболисты. К сожалению, из моей позиции не было слышно речи практика. Вот у Бурана несколько игроков уже... Поймите меня правильно, тут такое слово, наверное, синоним другой подобрать сложно, жалуются на усталость, на своего рода изнемождение, на что руководитель команды сказал, мол, потерпите, ребят, еще полчаса, а затем месяц будем отдыхать от футбола. Ну, конечно же, приятнее отдыхать месяц, зная, что ты не только добился повышения в классе, выиграл бронзовые медали первенства, но еще и стал сильнейшим коллективом первых и второго дивизионов в соревновании на вылет. На самом деле, очень было бы интересно посмотреть на Аэрофлот, но команда Игоря Кривошеева достаточно на ранней стадии вылетела. Волею жребия летчики Игоря Кривошеева попали в турнирной сетке на аксиому групп. И то ли Аэрофлот
просто недооценил своего оппонента, то ли по иным определенным объективным обстоятельствам не собрался на эту встречу, но получил разгромный 1-7. Аксиома группа продвинулась дальше, но вот сама Аксиома неожиданно проиграла в пятницу в четвертьфинале. Тоже своего рода небольшая сенсация. Ожидал я Аксиому увидеть в финале этого турнира, уж если они Аэрофлот сумели обыграть, согласитесь, вправе мы были ждать, что и другие коллективы первой лиги окажутся команде по зубам. Ну вот в финале у нас играет Буран и Практик. Два очень интересных самобытных коллектива. Про Буран мы много говорили по ходу первого тайма, о том, что они выиграли бронзу, о том, что они добыли повышение в классе. Практик, повторюсь, проводит свой первый сезон на севере. И, безусловно, это будет хорошее достижение, если удастся им выиграть трофеи в свой первый же год существования. А ведь на самом деле свой путь в Кубке первой лиги начинал еще не Практик, а коллектив, предшествующий этой команде. И свой первый раунд прошли они именно таким образом. Было бы действительно очень обидно Практику, если бы они попросту даже не участвовали в этом розыгрыше, если бы предыдущий коллектив попросту бы не прошел первый раунд. Практик достаточно далеко продвинулся и по турнирной сетке первой лиги, как и Буран. Между прочим, оба прошли стадию 1/16 финала, где их встречали команды вышки. Буран оказался сильнее APC, неожиданно для многих, в том числе и для меня. Но, насколько я знаю, там все по делу, что называется, было. И Буран закономерно победил. Затем, правда, да, уступил Неве, но Нева — это, конечно, топ-уровень. Сергей Нищушкин не даст соврать. Ну а что касается Практика, то команда в Кубке Севера должна была встречаться с Голдшарком, но коллектив Валерия Скоробогатова принял решение не участвовать в розыгрыше Кубка, и таким вот образом Практика продвинулся в следующую стадию, по факту не выходя на поле. Заранее предупредили представители Акула своих рыбьих собратьев. Уж простите мне такое каламбурное сравнение. Во втором тайме игра совсем уж не клеится у обеих команд. Многое может решить один единственный эпизод, знаете. Часто говорят в таких ситуациях, что игра идет до гола. Вот к этому матчу это очень применимо. Практика отдала очень много сил в концовке игры с Ассирией. Причем не столько физических, сколько эмоциональных. А вот Бурану именно силенок уже не хватает, что ли, действовать на максимуме своих возможностей. Поэтому, если вдруг кто-то сейчас впервые включает игры этих команд и видит вывеску «Финал Кубка Первой Лиги», и смотрит на происходящее на поле, наверняка задается вопросом, неужели такой низкий уровень на севере? Нет, дорогие друзья, просто жесточайший цейтнот в концовке сезона. И так из-за февральских заморозков у нас сдвинулся конец футбольного года, поэтому и пришлось вот так вот все в спешном порядке завершать. И те, и другие проводят далеко не первую и даже не вторую игру за эти выходные. Коваленко получает мяч в центре поля.
Убирает мяч под правую, заодно убирая и Петрученко. Навес, опасно. Но Алексей Герасимов все контролировал и спокойно проводил мяч взглядом. Необходимо также отметить, что в составе «Бурана» сразу три футболиста, которые стали чемпионами Москвы в нынешнем сезоне в молодежном первенстве сборных команд. Берег Тутберидзе, Алексей Герасимов и Артем Соболев были вызваны Кириллом Разумовским и на финал четырех, и в четвертьфинальных противостояниях они принимали участие. Пользуясь случаем, в очередной раз поздравляю триумфаторов. Золотые медали главного турнира Москвы. Это, конечно, дорогого стоит. И ребята этого, безусловно, заслужили. У каждого из них была своя задача. Герасимов, конечно же, приезжал на турнир в роли запасного голкипера. Александр Дементьев провел великолепный финал. И, обсуждая перипетии финалов, я выскажу свое мнение, что MVP турнира должен был получать именно Дементьев, а не Никита Митин, его партнер по сборной. Дементьев буквально вытащил свою команду в финальном матче в первом тайме, когда при счете 0-1 совершил пару геройских сейвов. Берег Тутберидзе стал, если мне не изменяет моя память, автором золотой голевой передачи. Артем Соболев, это игрок оборонительной линии, здесь, конечно же, результативными действиями отличаться куда сложнее. Кроме того, Тутберидзе забивал еще и на стадии четвертьфинала. Здесь, когда на Флотской матч проходил, прекрасно помню, его гол совместился после розыгрыша углового и классно пробил. Никак сейчас не Чушкин, тот вообще сейчас сотворил бы маленький шедевр, попади в створ и забей он гол с разворота, не давая мячу опуститься на газон после того, как ты сам же его принимаешь после длинного выноса. Да, это, конечно же, был бы настоящий красавец гол, но мяч прошел мимо створа. Опять же повторюсь, если гол и будет во второй половине, смею предположить, что именно та команда, его забившая, и станет обладателем трофея. Но, признаюсь, предсказатель и прогнозист из меня еще так себе, поэтому можете мне смело не верить и желать как можно больше голов. Коваленко играет направо. Опрашивается уже удар, следует выстрел, но не доходит снаряд до Герасимова. Защитники стараются, бьются и выручают в том числе своего голкипера, прикрывая полет мяча. Пока ничейный счет держится. И честно признаюсь, я даже не знаю, кому можно отдать предпочтение вот в этой борьбе за инициативу. Кто выглядит посимпатичнее, и те, и другие действительно больше как будто сражаются, что ли, нежели пытаются с помощью каких-то хитрых комбинаций вскрыть оборону друг друга. Морозов смещается в центр, играет в центр, Коваленко. Один из наиболее часто называемых мною футболистов практика. Но действительно, почти все атаки строятся именно через капитана бело-черных. Сальников сейчас чуть было бы не подарил мяч сопернику. Но удалось сохранить мяч в поле. И длинная передача, совсем уж безадресно, но Морозов здесь доборолся, мяч сохранил, еще и атаку своей команды развернул Нечушкин, удар выше створа. Чем ближе будет конец встречи, тем больше станет цена ошибки и тем закрытие
будет футбол. Вот это вот я вам точно могу гарантировать, если мы, конечно же, забитых мячей не увидим до этого. При счете 1-1 никто вперед нестись и забивать не будет. Это чревато возможной контратакой и пропущенным голом. Штрафной Загария зарабатывает Артем Соболев. Готовится его исполнить со своей левой ноги. Гол нужен игре, безусловно. Именно он может стать катализатором активных действий и яркой концовки. Плотно пробивает Соболев, но все-таки все равно недостаточно точно. Мяч прошел выше перекладины. Будет удар от ворот. Ну и напоминаю вам, что у нас есть чат в Ютубе. В случае желаний или каких-то замечаний, ценных и не очень, вы всегда можете там оставить свой комментарий. Если что-то интересное, там будет, обязательно зачитаем. Тем более, что игра позволяет, моментов не так много, в основном с дальней дистанции атакуют команды, но этим выстрелом точности не хватает. Кварацхелия. Играет центр. Не проходит эта передача от Молочникова. А в итоге и вовсе потеря. И ошибается уже в свою очередь Иван Пашков. Возможно, на скорости слились воедино цветовые гаммы, и подумал он, что это партнер там стоит, но нет, это оказался Вадим Болдырев, центральный защитник Бурана. Он-то мяч там спокойно и принял. Еще одна передача не доходит до Пашкова. Вот о чем мы говорили уже не раз по ходу сегодняшней трансляции. Много стало ошибок, много неточностей, а когда у тебя и сил не особо-то и осталась любая неточность, полметра туда, и это будет уже потеря. Меньше 15 минут остается до окончания основного времени матча. По-прежнему 1-1, Кварасхелия теряет мяч. Пашков, неплохо. Сальников в центр. Немного долго с мячом работает Илья Кучеров, но остается мяч у белочерных. Навес. И здесь защитники бело-голубых подчищают все в собственной штрафной, не позволяя никому из соперников нанести решающий удар. Ну и к тому же футболисты Бурана наблюдали за полуфиналом между Практиком и Ассирией. Они прекрасно видели, как же именно акулы спаслись в самой концовке встречи, когда Сергей Нечушкин вгонял мяч в сетку ворот Константина Лобкова. Нечушкин, навес, небольшой рикошет сыграл на руку Алексею Герасимову, который быстро вводит мяч в игру. Тут Беридзе пытался на индивидуальном мастерстве просочиться мимо нескольких оппонентов. Не получилось. Сальников, удар! И Герасимов выручает свою команду, а у Тутберидзе, похоже, совсем кончились силы, сводит икроножную мышцу. Также сводит мышцу и у Егора Сальникова. Вот это интересный момент. И у еще одного защитника Практика также есть проблемы с ногами. Вот это да. Вот она цена финала, вот она цена победы. Сразу три футболиста в ходе одной паузы были вынуждены прибегнуть к помощи партнерам и соперников. Но вот если футболисты Практика уже поднялись с газона, Тутберидзе, похоже,
продолжить игру не сможет. Возможно, стоит его сейчас и заменить, дать немножко подышать, а в полузащиту выпустить кого-то другого. Возможно, Ясмина Бенеша выпустить в линию обороны, а кому-то из защитников подняться чуть повыше. Ну а тут Беридзе поберечь на серию послематчевых пенальти. Пусть вот он сейчас отдохнет, наберется сил и затем... точно выстрелить с точки. Но Тутберидзе, похоже, не хочет уходить с поля. Этот футболист известен своим желанием играть. Заменить его, ну, практически невозможно. А пока угловой разыгрывает практик. Лисиев ошибается при приеме мяча. И вместо потенциально ударной позиции пришлось ему возвращаться назад. Иначе Михаил Кварацхелия мог спокойно первым добраться до снаряда. И организовать голевую контратаку своей команды. Сальников. Здорово действует в отборе. И вновь ему достается. На этот раз в игровом единоборстве. Думаю, если бы сейчас была такая возможность, и арбитр предложил бы командам сразу же пробить серии после матчевых пенальти, ни те, ни другие бы не отказались. Хомяков. Вперед на Загарю. Тому не удалось зацепиться за мяч. Коваленко. Нечушкин. Продлевает полет мяча. Морозов. Удар. Рикошет. И... в итоге свой футболист преградил траекторию полета мяча. Мне, правда, там казалось, что Герасимов контролировал ситуацию и был готов этот мяч парировать. Но в любом случае мы это уже не узнаем. Максим Коваленко, естественно, желал как лучше, хотел неуловимым касанием подкорректировать траекторию полета мяча. В итоге удар до створа не дошел. Снова теряет мяч Буран. Хомяков, правда, сам же исправляет свою ошибку и вступает в отбор. Еще одна потеря. Удар. Плотный выстрел от Ивана Пашкова. Но мяч прошел мимо створа. Еще минута позади. Уже заключительная 10-минутка идет. И все ближе и ближе. Серия после матчевых пенальти. Повторю свою мысль. Для красоты этой игре нужен еще один гол, который заставит проигрывающую сторону раскрываться и идти максимально всеми возможными силами вперед. Соболев. Вот и Артем ошибается в простой передаче. Ну и это повод провести перестановки. Перестановки в первую очередь у практика проходят. Руслан Прохоров возвращается на поле, но не в линию обороны, где он начинал встречу как защитник, а вперед, вперед к Егору Морозову и Сергею Нечушкину. Морозов переводит мяч направо. Точно вложил мяч в ногу Прохорову. Сальников. Заброс в штрафную. Туда уже врывается на полном ходу Максим Коваленко, но до мяча он не добрался. Посмотрим за ответом Бурана. На индивидуальном мастерстве. Идет вперед Берег Тутберидзе. Его в итоге обезмячили. Кварацхелия здесь оказался чем-то недоволен. Видимо, чрезмерно плотной опекой соперников.
Молочников зажигает свечу на своей половине поля. Соболев лишь обозначает борьбу, на самом деле в нее даже и не вступаем. Сальников подключается к наступлению. Подача, момент. Нет, не будет. Вновь разряжает обстановку Буран в собственной штрафной. Да, сил в конце у бело-голубых осталось значительно меньше. Это прекрасно видно по последним минут 10. Сальников направо. Буран уже буквально всей командой в собственной штрафную обороняется. Впереди лишь свежий Михаил Кварацхелия играет. Вот, по-моему, сегодня он не играл за Буран в утренних матчах, утренних и дневных. Но могу ошибаться. Думаю, что на меня поклонники Бурана не обидятся, если вдруг я немного дезинформирую их. Кварасхелия сохраняет мяч, идет вперед, обыгрывает одного, второго. В итоге приходится идти по факту едва ли не назад. Тут мяч тут Беридзе подбирает. Командная игра сейчас у практика выглядит в разы получше. Буран, видимо, от усталости попросту не понимает, каким образом с помощью коротких передач можно вскрыть оборону соперника. Вот сейчас буквально едва ли не первая за последние минут 15 такая позиционная атака с большим количеством передач. В итоге даже до штрафной соперника подопечные Александра Новизенцева так и не дошли. Усталость дает о себе знать все больше и больше. Возможно, в концовке кто-то и сумеет на индивидуальном мастерстве создать себе шанс. Себе и своей команде, разумеется. Но вот все-таки мне больше кажется, что если гол и будет в этом матче, то его забьет именно практик. Ну а вообще во втором тайме игра действительно нулевая. В том плане, что ни те, ни другие на забитый мяч так и не наиграли. Кварацхелия отправляется отдыхать у Бурана за 5 минут до конца. А вот это уже заминка, возможно, и для подготовки к серии пенальти. Больная тема для всех любителей футбола в России сейчас. Конечно же, никому проигрывать в серии после матчевых ударов не хочется. Это совсем удар на удачу от Никиты Лесева. Чуть-чуть посильнее бы, и мяч пределы стадиона бы покинул, а не только поле. Но по большому счету уже никто друг другу ничего не предъявляет. Все морально готовятся к серии 10-метровых ударов. Никуда не торопится практик, никуда не торопится Буран. Только время поторапливается завершить свои последние обороты. Заключительный матч сезона 17-18. Больше матчей в этом футбольном году не будет. Разыгрывается последний из трофеев. Кубок первой лиги. Буран и практик за него соперничают. На табло 1-1. И, судя по всему, все решится в серии после матчевых ударов. 10 метров, бьющий и голкипер, 5 ударов. Все, как мы прекрасно знаем и любим. Практик начинает очередную свою позиционную атаку. Сальников играет направо. 3 минуты, даже меньше уже до окончания основного времени матча. Это подсказ со скамейки запасных практика. Да, действительно, оба полуфинальных матча получились в разы интенсивнее и интереснее решающего сражения.
Но опять же, на это есть объективные причины. Болдырев. Далеко вперед выбивает снаряд. Петрученко грудью пытался скинуть снаряд Артуру Бегларяну. Не получилось. Нужно снова возвращаться в оборону. Морозов. Который здесь на ограниченном промежутке сумел сохранить мяч. Но затем Виталий Хомяков классно поставил корпус. Прочитал ситуацию и не позволил выбраться Морозову на ударную позицию. Возможно, сейчас удастся Бурану создать что-то интересное на чужой половине. Вот мяч из-за боковой. Соболев максимально долго с мячом там постоял, бросил Петрученко, который у углового флажка пытался его сохранить, а затем упал как подкошенный. Честно признаюсь, мне не было видно, случилось ли там что-то серьезное. Возможно, случайно кто-то по ноге наступил, не знаю. Но Петрученко начинает заводиться, это абсолютно точно не нужно. Вот о чем я вам и говорил, опять же, что Буран достаточно говорливая команда в том плане, что часто получает дисциплинарные взыскания от арбитров. Пока, правда, рефери ограничился лишь парой желтых карточек. Петрученко скидывает мяч под удар. Тут Беридзе, а тот не сумел как следует подстроиться под эту скидку и пробил выше ворот. Что ж, основное время матча, в тот момент, когда практик разыгрывает его, уже подошло к концу. Возможно, последнее наступление. Нет, не будет и его. А нас ожидает серия после матчевых пенальти. Трофей достанется тому, кто сохранил больше свежести в ногах, кто будет сейчас более стрессоустойчивым и удачливым. 1-1 в основное время. Тут уже мне подсказывают, что московское время приближается к 11 часам. Действительно насыщенный игровой день получился. Начался он ранним утром на Флотской. В 10:50 Буран проводил свою первую встречу сегодня, по итогам которой добился повышения в классе и путевку в вышку себе буквально выхватил из рук Стеллы. И вот сейчас в 22:30 по Москве серия послематчевых пенальти решит судьбу трофея Кубка Первой Лиги. Практик сегодня одну серию уже выиграл. У Ассирии Буран свою серию пробивал во втором раунде и также оказался в ней сильней. Первым пробивает футбольный клуб «Практик» Вячеслав Раку, 12 номер, разбег, удар прямо по центру, 1-0, «Практик» свою попытку реализовывать. Первым у Бурана пробивает берег Тутберидзе. Также прямой разбег. Удар. 1-1. Немного пижонства
не помешает, если ты реализовываешь свою попытку. Первые попытки были точны. Сергей Нечушкин. Главная звезда практика. Удар! Без шансов для Герасимова. Пробил мощно, точно в угол. И пусть голкипер Бурана угадал направление полета мяча, дотянуться до него он не сумел. Вот уже и пошли игры определенные от Ильи Скрипкина. Взял он мяч и сам лично в руки передал Вадиму Болдыреву. Посмотрим, поможет ли это голкиперу практика. Разбег, удар. И не забивает Болдырев. 2-1 остается счет. Болдырев первым мажет свою 10-метровую попытку. Руслан Прохоров. 20-й номер команды. Просит поменять мяч. Не понравилась степень накачки его. Тоже ведь сбивает с определенного ритма. Такие замены. Удар! И забивает. Вот это вот несчастный случай. Ой-ой-ой. Отбил этот выстрел Алексей Герасимов. Но тот предательски заскочил за линию ворот. И не удалось голкиперу спасти свою команду в этой ситуации. Артем Соболев. Не позволил он Скрипкину потрогать мяч перед ударом. Разбег. Классно и мощно пробивает Соболев. По-прежнему минимальное преимущество практика у нас на табло. Егор Морозов. Четвертая попытка практика. И также без шансов. Разводит Морозов голкипера и мяч по разным углам. Счет 4-2. И если сейчас Скрипкин отражает четвертую попытку Бурана, все для команды будет закончено. Ну а к мячу идет Виталий Хомяков. В прошлый раз, когда Скрипкин передал мяч сопернику, он этот выстрел отразил. Удар! Нет, здесь без шансов. Великолепный выстрел. Мяч даже не стал вылетать из сетки после того, как в ней оказался. Пятая попытка практика. Центральный защитник Никита Лесев исполняет этот выстрел. Возможно, золотой удар. Разбег, удар и гол. 5-3. Практик становится обладателем Кубка Первой Лиги в финальном матче в серии послематчевых пенальти, оказавшись точнее Бурана. Что ж, дорогие друзья, на этой прекрасной для одних и горестной для других ноте мы с вами прощаемся. Вместе с вами за футболом следил Никита Лаврентьев. Встретимся на полях Северной Лиги уже в следующем футбольном году. Берегите себя и до свидания. Нанесение на футбольную форму «Спортпринт М».